Вот все, мы с вами собрали. Смотрите, это осталось лишние детали. Рука, которая никак не всовывалась. У меня аж прям кончики пальцев болят. Запасная резиночка, если вдруг порвется. И всякие вот такие вот детальки. То есть вот они, запасные есть. Не знаю, в Лего так делают или нет. Ну вот с Лубан так есть такой вот. Вот, вот она у нас получилась машинка. Давайте ее сравним. Так. Ну да, здесь, конечно, такая она большая. И, честно говоря, когда я покупала, мне тоже казалось, что она будет такая же примерно большая. Но она в два раза меньше. Да, в принципе, она похожа. Да. Похоже только, наверное, ракурс немножко другой. Такой сделанный. Похоже? Напишите в комментариях. Копия. Только наклейки, да, осталось наклеить нам. Вот тут вот как раз вот наклейка. Здесь вот сверху, в принципе, вот они. Ну, наклейки клеить я не буду. Оставлю, так как в будущем я планирую разобрать все свои детали, конструкторы, и собрать что-то свое, что-то оригинальное, необычное. Ну, как бы это в далеком будущем. Пока что я еще буду собирать. Так. На самом деле, у меня очень много еще конструктора там. Очень много. Это первая наша машинка. И там еще ждет как минимум 3-4 машинки таких. Замки там всякие. Фуры там. Короче, там много всего интересного. Ну, колеса плохо двигаются, на самом деле. Вот задние, прям вот это вот хорошо. Хорошо двигается. А, ну вот одно вот это вот только. А, ну она вот как типа это подвеска, что ли? Ну там повыше вот как будто бы получается, пониже можно сделать. Ну, разработается, наверное, я думаю. Вот она. Благодаря вот этим вот резиночкам, она вот, у нее вот колеса так вот двигаются. То есть вот она, резиночка. Ну вот и запасная такая же резиночка есть. Такая вот она, оригинальненькая машинка. Маленькая. Я надеюсь, что вам понравилось вместе со мной собирать. Пишите обязательно комментарии, обязательно ставьте лайки. Смотрите другие ролики. Там мы с вами уже до этого собирали целых два конструктора. Поэтому смотрите все ролики. Мне будет очень приятно. А также, какие минусы? Вернее, что было сложнее всего? Это колеса и руки у человека. И жилетка. Вот, я сначала не хотела ему руку отстегивать, думаю, потом ее вообще не вставлю. Попытаюсь так всунуть. Но пришлось все-таки руку отстегнуть. Вот. Ну и сложности, конечно, то, что плохо держится периодами. Вот тут вот заметны щели. Вот она есть, щель. Вроде ее придавливаешь, но она все равно есть. То есть, в принципе, у конструктора с Лубан такое есть. Первый мой был
собирала я конструктор, это был замок. И когда его с одну стену делаешь, другую начинаешь делать, рукой чуть-чуть задеваешь, то та стена падает. Особенно там с крышей промучилась вообще прям очень долго. Она у меня падает и все. То есть, в принципе, вот у них есть такая особенность, что все держится на соплях. У Лего я знаю, что такого нет. Если прикрепишь, то фиг открепишь потом. Вот, не знаю, что лучше, но я выбрала все-таки Слубан. Вот они и подешевле, и поэкономичнее, и за счет того, что на определенную сумму можно купить больше конструктора. Чем, допустим, я за ту же самую деньги куплю Лего, но одну пачку. А там я купила, по-моему, штук около 10 пачек. То есть именно от Слубан. А так бы одну купила. То есть есть большая разница. Вот. И в конце ролика этого я покажу вам машинку уже такая немножко в другом виде. Там, ну, немножечко это еще один ролик сейчас будет у вас. Вот. Сейчас я с вами попрощаюсь. И там еще маленький ролик, дождитесь его, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики. Такие же конструкторы. Также у нас есть влоги, у нас есть обзоры на продукты, на технику, путешествия. Вот у нас очень-очень много всего интересного. И также можете написать в комментариях, чего же не хватает на нашем канале. И смотрите ролик. Всем пока-пока. Yeah.